Доброе утро, мои хорошие. Мы собрались с Аллой Борисовной пойти прогуляться. Как вы к нам официально, Алла Борисовна? Ребят, смотрите, всю ночь шел дождь. Температура... Кто там? Температура очень... Ой! Алла, ты глянь, сколько воды. Ага. Температура очень теплая, градусов 17. Я в безрукавке. Алла, в чем есть? В чем мать родила? Ну, практически. Мать родила ее в костюме. Ребят, смотрите, какая красота. Нет, вы только посмотрите, как красиво. Ой. Я думаю, хозяин участка не разделит с тобой восторг. Ну и пускай. Пусть сам восторгается этим, не надо со мной этим делиться. Вот, мы решили пройтись, дойтись до стройматериалов. Ну вот, я хочу посмотреть, что там продают в этом году. Мы взяли маски, перчатки. В общем, мы отправились с доченькой в магазин. О, гадость какая-то. Где? Смотри, сморчки. Ну да, но говорят, обалденно вкусные. Какая же дрянь-то, а? Ну, почему дрянь-то? Выглядит как дрянь. Ты торчка посмотри. Нет, даже не Он боюсь. Выглядит хуже. Лучше уж сморчок. А еще строчок есть. А торчок, это же, извините, наркоман. А я поэтому и говорю, попробуй сравни. Они абсолютно разные. Поэтому не перепутаешь. Наверное, сколько стоит. Торчка и сморчка. Все кругом пилят понаехавшие москвичи. Ребята, у нас весна. Хотя прогноз обещает, завтра плюс 6. И все. И ни на что больше не рассчитывайте. Ребят, смотрите. Вы посмотрите. Весенние ручьи в нашем садоводческом товариществе. Они впадают в реку. Ой, красотища. Вот это, я понимаю, уходит вода. Пойдем? Так это же с камышей, да? Я не знаю. Может, это от председателя? Я же не знаю. Нет, это из-под дороги, оттуда. А-а-а. Ну правильно, мы же ниже находимся, они выше. И все стекает к нам. Да. Ой, а у нас еще есть вот такое озерцо. Ой, кто-то туда плюхнулся, пока мы подходили. Ляженька, надеюсь. Наверное. Смотри, шарик какой-то беленький. Ой, красота. Или яйцо. Паста. От ветра вся прическа испортилась. А мне пришлось собрать хвост. Невозможно, все лезет. Потому что ветер. Такие места красивые. И даже речка куда-то заворачивает. Или она тут стоит. Речка. Канава. Речка. Канава. Но она, по-моему, тут стоит. Ну, здесь уже она не так... Нет, трава наклонена, значит, течет. Ну да. Thank you.
пришли с Аллочкой в магазин стройматериалы, хотим посмотреть, почем поликарбонат. Смотрите, какие облака. И очень сильный ветер. Небо, как на море. Чистое, чистое. Ребята, я по питоне купила такие кашпо хорошие, по-моему, 5 литров. Последние забрала, 5 штук. Ну, я всегда забираю все последнее, 5 штук. Ой, какая красота. Слышите, как поют птички? Приду домой, все покажу. А сейчас мы отправляемся на территорию, я даже не знаю, как это сказать, открытого торгового центра. Там земля, там саженцы, там всевозможные разновидности грунта, там дренаж. Ну, в общем, садовый центр под открытым небом. Смотрите, какая у нас красивая сосна. А здесь когда-то были поля. Здесь паслись коровы, и дороги здесь не было. И вот под этой сосной, я вам рассказывала, втихо сам с собою отдыхал пастух. А мы с Любаней собирали лепешки навоза. И вот он тогда пнул ногой корову, говорит, ну-ка поднимись, девкам надо навоз набрать. Она поднялась, плюхнула лепешку. И мы с Любаней, давай ее собирать в ведра. Вот под этой сосной это было. Ну, а теперь здесь поля нет. Теперь здесь вот так. Выглядит этот садовый центр, ребят. Ну, что-то это, страшновато идти, потому что там собаки. Хоть мы и взяли с собой баллончик, но, честно говоря, страшновато. Что-то как-то мне действительно страшновато. Ну, мне кажется, вход здесь. Алла говорит, что, возможно, вход там. А мне кажется, что он здесь. Можно, конечно, было бы узнать, но что-то мне страшновато. Вернулись домой, в отличие от нас, Борис Сергеевич отправляется на помойку. На, ты просил тебе пакеты с завязками. Вот, на 35 литров. Меньше не было. А больше были? Были, 120. Вот, ребят, смотрите, какие я купила кашпошки. Алюня, вставь, пожалуйста, мне вот такую штучку. Давай. Вот. Мы по производству мусора. Надо резать. Они тут скреплены. А тут есть одна, которая раскреплена. Вот, о, на, супер. Вот эту. Угу. Я таких купила 5 штук. Можно подвешивать в беседку. Но я думаю, что здесь даже не 3 литра, здесь, скорее всего, 5-литровая. Захромал. Кот захромал? А ты лапу смотрел? Как я посмотрю, он укусит. Что это он укусит-то? Он тебе уже гладить дает. Ой, какая красота. Дочь, подержи. Просто интересно, сейчас как она. Сейчас. И здесь тоже. Да, сейчас. Надо вверх их. Вниз и вверх. Ага. Вот, смотрите, вот так будет висеть. Очень красивый. И литраж хороший. Вот моя рука. Вот моя рука. Вот такой вот хороший литраж. Мне кажется, литров 5-6 в ней, да. Вот столько и должно быть для петунии. Ну-ка, к беседочке пройдись. Сможешь пройтись? Да, я очень постараюсь. Это вряд ли, наверное, да? Ну, у нас болото. Болото, болото, болото. Ой, роза посадила. Ну вот куда розу сажать? Хотела розу посадить. Ну куда сажать? Погода хорошая, но посадить невозможно. Это кошка хромает, да? Ну, кто-то серый, я их не различаю. Ага. Не присматриваюсь. Ой, как красиво, Ал. Да, на кронштейны. И будет красиво, будет все в цветах. Замечательно. Да. Ага. Ой, красота. Ну, здорово, здорово. Спасибо, молодец, умничка. Как в детском саду. Ты раскрасила кружочек, молодец. Ты подержала палочку, молодец. Мой. Давай, давай, над матерью издеваться, давай. Делать больше нечего, над матерью издеваются, как хотят. Ну что, роза-то растет, посаженная. Сажай в грязь, будешь князь. Ну что, ты князь растешь? Не захлебнулась, князь? Ну, я не знаю, Алла, посмотри. Она прям из последних сил в воде сидят. Поэтому я и боюсь, я говорю, розы высаживают. Ну что, сейчас все замокнут и все. Есть же такое понятие. Ал, зато смотри, дельфиниум какой. Ага. Вот это он любит. Ну, это да. Вот эта роза замокла. Видишь, совсем никакая. Кстати, это Луис Адьер твой. Не, ну все, все, вообще пипец. Нет, не буду сажать розы.
Алюнь, а машину откроешь? Что там за ограждение? У меня ключи в этом. Ага, хорошо. Обязательно открою. Ладно. Ключи тогда. Так, так что вот, такие горшки купила. И еще купила себе контрольный выстрел. У меня совков мало. У меня всего один совок. Вот взяла вот такой совочек палисад. Он достаточно крепкий. Он даже не гнется. Вот такой вот совочек. Мне нравится. Такая эргономичная, да? Как модно говорить, эргономичная ручка. Маленький вот такой вот совочек. Хорошенький. И он очень легкий. Главное, его вот еще ручка такая яркая, его не потеряешь. Ребят, это не реклама, это я купила. Пока ходили. О, слышите, как я чавкаю? Хм, слышите? Ой. Привет, Ленок! Лилию. Привет, привет! Лилии у меня так и не вырастают. Розы замокают. Ребята, я... Женя! Розы замокают, я, конечно, расстроена ужасно. Смотрите, какие листья. Такие листья были хорошие. Все замокает, это просто замокает. Боюсь те розы высаживать, потому что боюсь испортить. Так, утросил у меня здесь. Никто не открыл, никому не надо, пока мы ходили. Ой. Так, сейчас откроем, а то тоже запарится. Леночка перцы дала горькие. Ну что, это перцы, что ли? Это вот вообще не знаю, что. Слезы. Ребята, видите радугу? Загадывайте желание. Ну, правда, чуть-чуть совсем. Но все-таки есть. Где-то прогромыхал гром. У нас тоже громыхнуло очень сильно. Но дождя у нас нет. Радуга. Радуга-дуга. Да, да, все мимо уходит, Борь, я заметила, ага. Вот она, радуга. Но еще у нас и вот такие вот тучи, видите? Такие вот тучки. Ой, ну куда вот розы сажать? Вот куда, скажите? Вот куда? Они и так еле-еле. Ну, я так думаю, что очень многие погибнут. Ну, вон, ребята, видите, как замокают. Ужасно замокают, просто ужасно. Причем, заметила, травы много? Очень много. Хоть коси. Видите? Я имею в виду, трава высокая. А как косить? Ой. Шуть. Посадила в новые кашпо две петуньи. Пусть здесь постоят. Я вся такая взлохмаченная. Я не знаю, что делать с розами. Я просто не знаю. Я не знаю, у меня нет таких больших ведер, чтобы вся длина стебля уместилась в ведро. Ребят, я не знаю. Женька спрыгивает. Все в беседке собрались и решают, куда вешать телевизор в беседку. Так что в беседке тоже будет телевизор. Не знаю, что делать с розами. Не знаю, потому что в воду сажать. Вы видели, что с розами творится. У меня вообще... Ребят, я вам показывала... Сейчас я возьмусь. Я вам показывала крайние розы. Вот раз, два и три. Вот эти отошли. Ну, в смысле, вот. Видите? Растет. Раз. А здесь... А здесь... Ой, а здесь не вижу. Ребята, а здесь не вижу почек. А была почка. Ну, значит, нет. А вот эту я очень хотела, чтобы она сохранилась. Вот это. Сейчас я вам кое-что покажу. Сейчас я приближу только. Вот, смотрите, видите красненькое? Вот красненький пупочек, видите? Вот это почка. Очень рада, что на ней почка. Ребята, а на ней даже две почки. Ой, какая радость. Вот это вот я хочу сохранить розу. Ребята, купила вот такие грядки в Wildberries. Вот. Вот они в целлофанке. Сейчас я их распакую, и мы посмотрим, что они из себя представляют. А вот я распаковала, вот моя рука, и вот такой вот высоты эта грядка. Ребят, вот такая она, вот. Она толстая.
Вот видите, она очень толстая. Она сантиметра, наверное, полтора. Ну, вместе с выступами два. Ну, не знаю. Вот тут написано, как огораживается грядка. Вот тут для нее. Сейчас я открою тоже. Вот я распаковала держатели соединительные. Это, видимо, вот так вот соединяются две грядки друг в друга. Но две, ребята, это неимоверно дорого. Посмотрите на Wildberries, сколько стоит вот такая вот, как они говорят, грядка-дорожка. Так, вот колышки, которыми она закрепляется. Не знаю, мне кажется, это полная фигня. Там еще пишут об этих грядках, что они сделаны на основе шин. В основном состоют из шин для автомобиля, которые используют в изготовлении вот этих огородок. Вот такая одна огородка, по-моему, то ли 1200, то ли 1500, то ли 1800. Решила взять на пробу и самой посмотреть, и вам показать. Ну, в общем, вот такая фигня. И очень дорогая фигня. Она имеет запах шин, прям вот шин. Раз делается из шин, то, естественно, запах шин. Взяла одну на пробу. Мне было просто интересно. Это у нас такое небо. Только не пойму, где сетка на окне. Здесь или нет. Представляете? Вот такая красота. Все уже спят. Одна я наблюдаю вот за таким красивым небом. Красота необыкновенная. Неземная. Небесная. Луна слегка выглядывает, и быстро-быстро бегут облака. Хочется смотреть и смотреть. Но надо уже спать. Уже очень поздно. Все, мои хорошие. Луна спряталась, и нам пора спать.